Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Ну что ж, продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ребята, у нас остались буквально сутки до того, чтобы сбросилась неделя и началась, как говорится, новая фаза. Поэтому нам нужно сегодня как-то подтянуться. Так, ну что ж, для начала заберем наш ревард, шикарно. И хотелось бы, конечно, посмотреть, куда меня сбросили. Потому что нужно, ребята, подтянуться, чтобы получить хороший реверс, чтобы у нас все было замечательно. Давайте глянем. Так, ну я и думал, ребят, что меня скинут в Лигу Сёгунов. Но хорошо, что у нас ранг идет 18-й, так что быстренько с вами сейчас все это дело исправим. И начнем мы с... Погоди, с Романа хотел уже начать. Нам нужно вначале выполнить задание все. Что же я вперед, батьки-то в пекло лезу. Так, поднять уровень персонажа, давайте мы это сделаем. У нас как раз 12 тысяч есть мутагена. И надо нам кого-то, ребята... По Шурику, так сказать, найти. О, Сплинтер, как раз, давайте-ка. Ребята, спасибо вам большое за ваши пожелания, за ваши комментарии, рекомендации. Я вижу, вы очень заинтересованы в этой игре. Мне очень приятно, что я не зря это все делаю. Так что, ребятушки, продолжаем в том же духе. Давайте, наверное, Сплинтера. Хотя вы говорили прокачать мне нашего этого, как его, Ваньку до 60 уровня. Ну, в принципе, да, давайте его... И будем прокачивать. До 60-го уровня. 53-й уровень получил, и все на этом. Так, ребятули, твердое убеждение. Это у него было? Да, это у него было. Ну что же, 53-й уровень тоже, я считаю, неплохо. Осталось буквально 7 уровней, он у нас будет 60-м. А там уже, знаете, что получит звездочку и будет у нас в основном составе. Ну а вначале давайте заберем с вами все-таки ревард. И пройдем серию испытаний сразу же, как говорится, на горяченькую. И будем мы, вот, наверное, вот здесь проходить. Да, я думаю, здесь будет оптимальненько для нас. Вот. Наверное, я буду, ребят, сам здесь играть, чтобы как можно побольше оставить жизни нашим героям и пройти дальше. Как говорится, без сброса. Вот что я хочу. Вот куда я, ребята, намекаю. Так, не очень, конечно, хорошо. Зэк, успокойся, успокойся. Зэк, Зак, ребят, вы спрашиваете, почему я вначале его называл Зэк, а потом Зак? Мне кто-то написал, что... Оу, щет! Какого лешего вы мне опрокинули? Да, ребята, вот это был нежданчик. В общем, кто-то из подписчиков мне написал, что правильно его звать Зак. Не знаю, я почему-то все время думал, что его звать Зэк. Не знаю, ребят, я давно-давно не смотрел эти серии, мультики или какие-то там комиксы не читал. Поэтому не могу вам сказать точно, как его увеличать. По фильму, честно говоря, тоже не помню, как его увеличали. Поэтому будем, как раньше называли, будем его звать Заком. Ой, Зэком, конечно же, Зэком. Так, ладно, давайте начнем. Блин, ну как же так, Крис упал, жесть какая-то. Да, это говорит только об одном, что нам все-таки придется скидывать все это дело и начинать все заново. Ё-моё. Как так? Вроде Крис не такой же слабый чувачок, да, ну, упал как тряпка на самом деле, что меня очень и очень огорчило. Так, Карайка, успокойся, ты уже меня нервируешь, честно говоря, давайте мы вот так вот с вами сделаем. Похиляемся и продолжим бомбить. Угу. Так, мы пока с вами в провокации стоим. Ничего страшного. Эта серия, ребят, ничего за собой сегодня не ведет. Никаких у нас не будет результатов каких-то там мощных, о которых вы можете подумать. Нет, ребят, просто мы сегодня подготавливаемся к завтрашнему дню, потому что завтра у нас будет новая неделя. Все сбросится и будем наслаждаться с вами нашим ревардом. Соответственно, если все удачно получится, может быть, кого-нибудь проапаем. Не забывайте, что мы еще получим с вами очень много карточек на... Саблезуба, если я не ошибаюсь. По-моему, Саблезуб, да, разыгрывается у нас на этой-то недельке. А там уж будет интересно, кто дальше пойдет. Хотелось бы, конечно, какого-нибудь редкого героя, очень редкого. Ну, например, можно было бы Слэша или еще кого-нибудь. Или тех же самых маузеров, которые соединяются в кучку и бомбят. Там сколько их, 5 или 6 маузеров, которые трансформируются постоянно. Ну что ж, ребята, с вашего позволения я, наверное, все-таки сделаю здесь сброс. Но все-таки без Криса дальше идти, ну, нету смысла. Давайте соберем, сбросим, откроем все.
И ничего нам не досталось. Ни одной ДНК, представляете? Обидно. Так, и теперь мы с вами идем. Идем искать ДНК на героев. Так, давайте-ка присмотримся, кто у нас тут поближе. Да, у нас вот Хан. Хана мы, наверное, с вами и продолжим дальше искать. Неплохо. Мутагена 120. Тут еще соточка плюс ДНК. Очень шикарно идет. Здесь ДНК нам не дали, к сожалению. Так, здесь еще получили плюс 155 мутагена. Опять ДНК на Хана. В общем, хорошо идет, да? А здесь не дали, к сожалению. Ладно. Тем не менее, 4 ДНК на Хана мы с вами заработали. Давайте-ка посмотрим. О, смотрите, ребята, у него 69 ДНК. То есть еще 11 и Хана мы с вами проапаем на 4 звезды. Кого бы нам еще-то, а? Понаходить. Давайте, наверное, Мондагека тоже поищем. Правда, тут всего 3 попытки, но тем не менее. Одно ДНК мы уже нашли. Даже второй нам дали. И тут балалайка. Ладно, ничего страшного, перебьемся. Как говорится, хорошего нам помаленьку. И все равно, несмотря на это, у нас тоже немножко осталось карточек найти, ДНК на него. И тоже мы его проапаем. Так, может быть, нам начать искать... Ладно, давайте, наверное, к северу. Кто-то просил проапать именно к северу. Ладно, будем искать тогда на него ДНК. Ну, честно говоря, я не знаю, насколько он хорош. Но думаю, что критовать он будет ужасно, если его, конечно, поднять по рангу. Так, все, у нас, ребята, осталось 12 пиццы, а тут нужно 14. Надо куда-то еще, ребята. Вот давай-ка, может быть, на Кирби. Да, как раз вот 12 пиццы мы с вами здесь и потратим. Все, даже нам ДНК одно выпало. Отлично, забираем с вами реварды. Так, здесь сюрикены, плюс еще сюрикены сейчас мы получим, когда обменяем с вами черепашонка. И у нас, кстати, у нас еще здесь наберется сейчас пиццы очень много, поэтому мы с вами можем еще спокойненько искать ДНК. Ладно, наказываем пиццы лицо. Ну, ребят, вы сами знаете прекрасно, что здесь все легко и просто. Даже пройдем и не поморщимся, и не скукожимся на одном дыхании. Буквально тут за 2-3 минутки мы с вами справимся. Пиццелицы здесь для нас никто. Если бы у него был бы здесь 80 уровень, тогда, возможно, да, мы бы здесь всплакнули. Ну а так как у него, по-моему, максимально это 50, что он нам сделает? Да ничего. Получит ремня, да и пойдет домой плакать. А вот и все. Так, 20 пиццы мы еще с вами зарабатываем, плюс еще 25. То есть вы понимаете, да? У нас растет, растет, растет пицца, и мы с вами... Пойдем еще искать ДНК на разных героев. Пум! Лео не добил. Хотя он был, ребята, 30 уровня, да? А Леонардо у меня какого? 70 какого, по-моему, да? 80-го, елки-палки, это Раф у меня 74-го. Представляешь, он 80-го уровня и не смог добить с удара 30-го уровня Пиццелицева. Как вот это можно понимать? Я не знаю, если честно. Разница в 50 уровней левелов, да? И он не смог его подбить. Парадокс. Так, ладно, давай перешабашим его. Отлично, ребята. И, по-моему, еще остался у нас с вами один последний заключительный бой. Сейчас мы быстренько его проведем. И пойдем с вами уже со спокойной душой на лигу. Нам нужно, ребята, там подтянуть наши результаты. Нам нужно хотя бы укрепиться, чтобы завтра, когда я проснулся, я не был в лиге сёгунов 2 звезды, а закончил именно в 3-звездочной лиге. Ну, конечно же, про мастера уже тут и говорить нечего, ребята. Я уже не попаду, это однозначно. Ну и ладно, хотя бы сделаем с вами сёгуны 3 звезды. Это тоже неплохой результат. А потом мы с вами будем и мастера зарабатывать, как только у нас будут герои прокачанные, хотя бы штучек 6-7 до 80 уровня. Там уже пойдет все как по маслу. Так, ну что, ребята, мы с вами всю пиццу отобрали. Теперь, естественно, идем сюда и давайте-ка поищем. И кого же нам искать? Мы Мондагека... А, к северу, да, мы еще с ним не закончили. Вот здесь еще есть 3 попытки, поэтому давайте его дотеребунькаем. Все.
Было две, оказывается, попытки. Ну ладно, это тоже хорошо, ребята. Кирби. С Кирби пока подождем маленечко, это не к спеху. Вот, кстати, Джастина можно поискать. А, нет, ребята, ошибочка, Джастин не прокатывает. Смотрите, ребята, у него можно навыки какие-то выучить. Ага. Первобытный бульон. Конечно, выучим. И также, ребята, выучим вот этот вот щупальцу. Отлично. Четвертая ступень. Ну, это неплохо. Неплохо. Несмотря на то, что он еще у нас такой маленький. Маленький да удаленький, я бы так сказал. Кого же нам еще-то тут найти? Ну, явно внизу идут топовые, да? Нам так просто их не прапать, к сожалению. Вот он, ребят, Саблезуб. У него сколько? В данный момент 10 ДНК. И плюс еще... Сколько там? 30, да, по-моему, разыгрывается? Не густо. Не густо, конечно. Так, и получается, что все, ребят, мне... Искать-то некого. Ну, давай вот на крысиного. Да, нет, не получается. Блин, а что же делать-то тогда? Пиццелица, а ты как на это смотришь? Давай хотя бы тебя поищем маленько. Блин, все меньше и меньше, ребята, у нас становится игроков. Не игроков, а героев, которых мы можем с вами вот так вот в свободном доступе найти или прапать. Там потом уже пойдут одни топчики. Одни топчики, так что не расслабляемся. Ну что же, вот мы и нашли. Сколько у нас, ребята? Еще 20 пиццы. Еще 20 пиццы. Буквально на один разок кого-нибудь найти. А кого-то можно найти? Без понятия просто-напросто. Некого? А, ну давай вот Мак... Нет, не получится Макмана. Значит, все. Да, ребята, все, больше никого мы с вами не можем, к сожалению, найти. Ой, елки-палки, Кейси Джонс. Если бы у нас было бы 4 ДНК, он получил бы третью звезду. 3 ДНК у Шреддера не хватает. 7 ДНК на Леонардо Ролевой. Они все, ребята, все вот-вот и прапаются. Лишь бы нам удача улыбнулась, и все будет хорошо. Ладно, ребятулечки, давайте переходить с вами на турнир. И будем здесь уже, как говорится, веселиться. Здравствуйте, приплыли. Я ж только что заходил, были 55 уровни, а уже дают мне 60-61 левел. Хитрожопики, а? Ладно, возьму Лео сюда. И теперь, помните, да, в прошлой серии мы с вами немножко лопухнулись. Особенно там бой был очень коварный, где я всех потерял, просто слил. Вот в этот раз я не хочу такую ошибку допустить. И как-то надо сделать аккуратненько все это дело. Вот таким вот макаром, ребят, я попробую. Сколько у нас будет? Приблизительно сможем с вами здесь сыграть 100%, это 5 боев. По идее, 5 боев у нас должны быть выигрышные. Так что давайте реализовывать нашу возможность на поднятие по рангу. Так, ага, не упали, хорошо, давай, караюшка, не подведи, родная моя. Ну, в принципе, неплохо, я вам скажу, неплохо, очень даже неплохо. Зачем граната? Фух, мы выдержали и расстрел. Шикарно, вот почему, ребята, мне хочется раскачать именно Ванька. У него массовая атака, и причем она очень жесткая и коварная. Враги просто не выдерживают этого натиска. Так, а мы с вами на 5-ю позицию приземлились. Причем, по-моему, мы с вами были на 12-й, да? Тут уже я на 20-й оказываюсь. Странно все это. Понижают прямо на глазах. Начнем, наверное, мы вот с этих ребят. Опять же, возвращаем в компанию Лео. Возьму я сюда железную голову. И... Блин, не рисковать-то. Давай возьмем Змейка Вьюна на всякий случай. Нейтрализатора и... Черт, я не хочу рисковать. Я вот боюсь, что если они выйдут из-под контроля, они всех мне здесь пошинкуют. Ладно, я возьму Тигра. Наши шансы уменьшаются, ребята. Это только второй бой, а я рассчитываю на 5. Давай-ка вот так вот попробуем сделать. Надеюсь, у них инициативы не будет так много, чтобы... Ага, ну хотя бы Крис упал, это уже хорошо. Должны еще двое упасть. Нет, только упал один. Кого он бьет? Ой, не-не-не-не-не, да чтоб тебя. Ну как вы так делаете? Я не понимаю, ребят. Ну что за сговор такой, а? Ну опять, ребята, одного буквально не хватило хода, чтобы я их положил. Вот надо ли Леонардо так профигачил, что тот просто опупел. Понимаете, он упал сразу. И это еще Эйприл втихаря его взяла и добила.
Ладно, 98-я позиция, хоть что-то, как говорится. А у нас, ребята, еще 4 отката. У нас, видимо, еще был один про запасе, да? Скорее всего, потому что такого не должно было быть. Ну и как я, интересно, здесь буду сейчас играть. Я возьму, конечно, Леонардо, я возьму Зека. А в принципе, Леонардо и Зека нам будет достаточно здесь за глаза, чтобы мы смогли с вами малышей наших реализовать. Слушай, по-моему, должно хватить. Или же нет? Все зависит от того, как у нас ударит Зек. Если хорошо пройдет ударчик, то Леонардо, конечно же, добьет. Я вам скажу, что вроде бы неплохо. Есть шанс, и начну я вот со сплинтера. Упс, ребята, не надо, не надо, не... Кого он делает? Фу, Леонардо, хорошо. Давайте попробуем пробить суперударом от Шреддера. Ты посмотри, какой этот крепкий-то. Это очень опасно. Ну-ка, Эйприл, давай свой этот телекинез. Да ну, хорош. Офигеть, а почему такой Рафаэль крепкий-то стоит и стоит? Мы его бомбим, а ему все нипочем. Вот только сейчас упал, когда Зек, как говорится, звезданул по нему. Ну, Зек-то и, понятное дело, 71 уровня, чего вы хотите. А остальные просто вообще ничего ему не делали. Так, 86-я позиция. Угу. Так, враг, конечно, все крепче и сильнее становится. И я возьму Периса. Давай-ка мы с Перисом поделимся. Берем, опять же, с вами Леонардо. Так, Леонардо-то я взял. Раз, два. Хе-хе-хе. И что? Раз, два. Возьму Усаги и Парасете. Давай так сделаем. Да, я сделаю так. Я думаю, это будет оптимально. Ребят, не получится 5 боев, получится только лишь 4, к сожалению. Ну, никак не рассчитать ни персонажей. Не понял. Да ну-ка. Что? Что ты сделал? Ты посмотри, ребят, он звезданул. Офигеть, у меня паук уж там бедный на измене. Ой, я не знаю, что мне еще тут можно сделать и как вообще тут все это сделать. Естественно, ребят, тут надо делать провокацию. Просто я в шоке от этого всего, если честно. Просто в шоке. Да ну! Ты что, смеешься, что ли, а? Кирби не смог подбить. Так, этот трансформируется, да? Ага, в робота. Ядрить, макарить, ребята. Вот это самый паршивый бой, который мог вообще быть у нас. Самый паршивый бой. Ой-ой-ой-ой. Ну, а по-другому никак. У меня не было, ребят, достаточно хороших персонажей, которые могли бы здесь подраться. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, ну, взял бы я сюда Криса. А на следующий бой кого мне брать, а? Кого мне брать на следующий бой? Некого, вот именно что. Да, очень грустно. Там потеряли персонажа, здесь потеряли троих. Обалденно мы с вами играем. Это говорит лишь о том, что не хватает у меня сильных прокачанных героев. Ну что сейчас будет? 83-я позиция, всего на 3 ступеньки мы с вами поднялись. Обалдеть результат, конечно. Ладно, я возьму вот этих. И тут уже, ребят, все. Тут уже Леонардо и Зек, как ни крути. Больше некого. Ну, если мы здесь с вами сфейлимся, да, то это вообще будет печалька. Просто печалька. Серия, конечно, получается у нас очень короткая. Потому что, что я, ну, только подраться и мог. Но вы просили, ребят, почаще, побольше вам видосиков по черепашкам. И я подумал, так уж и быть, не будем делать это за кадром. Сделаем это вот так вот, как вы сейчас это все и видите. Так, ну-ка, пробьет карайка у меня? Ну, смех, ну, смех. Оу, сейчас бомбочка прилетит. Прилетела. Сейчас будет ходить у нас... Блин, они оба будут ходить. А у нас только один вариант. Либо-либо. Я выберу вот этого. Есть. Сейчас кому-то... Ну, конечно же, ребята. Конечно же, он бьет карайку. Это 100% победа. Ай, да. Так, ну что же мы с вами получаем? 752 мутагена. Позиция, наверное, 75-я будет, да? Угадал. Что же нам теперь тогда с вами сделать-то еще? У нас есть сыр. У нас еще появилось немножко пиццы.
А что вы смотрите, если я вот здесь, ребята, крутану рулетку? А вдруг нам что-нибудь да выпадет хорошее? Вдруг нам повезет? Вот, конечно, бы Кейси Джонса бы мне не помешал, ребят, на самом деле. Все, все. Пицца кончилась на этом. И я, наверное, знаете, что еще схожу вот сюда вот и посмотрим. Здесь мы сможем с вами найти еще усаги. Так, нам выпадает Донателло ролевой. Саблезуб. 15 фишек. 4 осколка серебряных. Фигурка кошки. Да ну хорош, вы издеваетесь что ли? Дайте нормально-то что-нибудь. Так, 2 ДНК на Криса. Да ну, завязывайте, мне же нужно. Так, 24 сыра, ребят, осталось. Ай-яй-яй. Вот-вот-вот, усаги я получил. Так, ну а здесь, ребят, естественно, мы с вами ничего не сможем. Давай попробуем слэша выбить. Получится, нет? По-моему, нифига не... Последняя попытка. Ай, какой-то геймпад нам вывалился. Нам вывалился просто-напросто геймпад. Ну и что? Рисковать, ребят, я не буду. В сюжетке я тоже сомневаюсь, что мы вот здесь с вами пройдем. А ну-ка, здесь что у нас получается? А, у нас и сыра... Ой, пиццы нету. Ну ладно. Тогда, я думаю, ребятушки, мы с вами будем закругляться. Увидимся уже, наверное, завтра в следующей серии. Там, как говорится, будет подсчет всех наших дел. И посмотрим, где мы с вами окажемся и что получим. А получим мы уже понятное что. Смотрите, нам саблезуб сколько там по наградам? Давайте глянем. Вот если мы с вами в Лиге Сёгунов 3 звезды останемся. 35 ДНК, 7700 сюрикенов, 90 долларов, 23 победных очка. И, ну, маловато, конечно, маловато и осколков, и что золотых, что платиновых. Так что особого такого результата у нас не будет. И ничего мы с вами существенного не сделаем. И хотелось бы, конечно, узнать, что будет у нас на следующей неделе. Какие фигурки, не фигурки, какие будут герои разыгрываться. Ну, а на этом, пожалуй, и будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!